Здравствуйте, сегодня вы на моем канале Кирилл Крушин. Сегодня я вам расскажу небольшую историю о что произошло с аниматрониками после четвертой части. Как я это думаю? Я раздумываю, что после четвертой части они типа сломались. И они в каком-то помещении там поломанные лежат. И больше не вернуться. И вот я расскажу историю первой части до четвертой. Первая часть. Аниматроники Бонни, Фредди, Чико и Фокси, они как бы душ умерших детей. И как бы Золотой Фредди тоже к ним относится. И в первой части тоже есть марионетка, но в ней нету скримера. И... что же произошло с аниматрониками в первой части? В первой части, в конце, они начали барахлеть и ломаться. И потом, когда перестроили пиццерию, они стали... они как бы поломались и их кинули в комнату. Олд Бонни, Фредди Бонни, Олд Фредди, Олд Чика и Олд Фокси. И даже есть Олд Голден Фредди. Также есть новая марионетка, которую называли Балунбой. Это как бы не марионетка. И те Олд Бонни, они в пиццерии бывают стоят, когда Чика стоит в пиццерии, не как обычные аниматроники, которые сразу делают скример. Они сначала постоят, если вовремя не наденет маску, они нападут. И вот следующая история FNAF 3. Когда в пиццерии FNAF 2 был пожар, те аниматроники сгорели, и те Олд, и как бы они стали фантомами. И вот что с ними произошло. Те Олд аниматроники, как бы они превратились в фантомов. И при сгоревшей пиццерии там был охранник, который охранял. И те фантомы очень сильно пугали его. И тот охранник решил закрыть эту пиццерию старую. И аниматроники ушли. И как рассказывалось, они появились в доме мальчика и стали пугать. Там был кошмарный Фредди, кошмарная Чика, кошмарный Бонни. Марионетка, Фреддер и кошмар. И как я рассказала в самом начале историю, что с ними произошло после четвертой части. И решили сделать новых, как и во второй части. А что же будет в седьмой части, как шестую уже выпустили? И выпустили World FNAF. Ну, как бы подписывайтесь на мой канал. Я хочу набрать 100 лайков. И, пожалуйста, поставьте мне лайки, подписывайтесь на канал. Мне нужно всего лишь 50 подписчиков. Для этого я сниму новое видео, как я сделала аниматроника, Чику, Фантома. И всем удачи, и всем пока!